Я очень рад приветствовать наши импровизированные студии, наших гостей из Китая, Виктор Алистов. Вообще, я бы сказал, гражданин мира, да, потому что в очень многих странах его встречают как дома, и, наверное, отчасти можно назвать, что очень много домов, где Виктор желанный. Даниэль тоже наш гость из Китая. Мы очень рады вас приветствовать здесь. Сегодня был очень активный такой день, в котором мы провели не одну рабочую встречу. Вот, собственно, хотелось бы узнать ваши впечатления. Александр told that he is very pleased to meet you here, and he wants to know what you think about your visit to our company. It's really impressive. We should come here earlier. Personally, I think we have a lot for potential to cooperate with each other. We have bigger production capacity, but we have not have so many high technology design. This is what we need. Даниэль говорит, что он очень впечатлен, что нужно было приехать на самом деле немножко раньше, потому что технологии нашей компании его действительно удивили, и они высокотехнологичные. И это то, что нужно его компании, и он бы хотел налаживать сотрудничество дальнейшее. Поэтому несказанно рады, потому что действительно это... Я думаю, сегодняшний день стал началом новых взаимоотношений, может вполне себе стать, и мы можем очень продуктивно сотрудничать в будущем. New start to our further partnership, and we are looking forward to make our partnership go on. Yeah, we are looking for this. Они тоже. Наверное, могу сказать, поправить немножко, потому что то, что говоришь новым, многие уже знают, что мы стартовали этот проект или создали компанию совместно с заводом. Даниэль не просто менеджер, он вице-президент завода, поэтому, приехав сюда, он показал свои намерения и намерения завода сотрудничать с нами. И компания была создана, как многие уже знают, полгода назад, то есть когда мы начали подготавливаться для нашего открытия нашего производства. Поэтому не совсем сейчас старт, поэтому я хотел поправить немножко вот этот момент. Я, честно говоря, когда говорил о начале сотрудничества, ждал, что вы меня поправите. И я бы здесь даже хотел развить мысль. Мы же до нашего съемочного мероприятия обсуждали, что завод является одним из крупнейших на территории Китая и производит очень высококачественный инструмент для всего мира, не побоюсь этого слова. И можем ли мы сейчас перечислить, с какими брендами идет работа для наших зрителей? Can you please tell us the names of the brands you working with? Насколько это коммерческая тайна? If it's okay to tell. Yeah, we have been working with a long history on OEM business with Makita, Matabo, Shepak, Ryobi, Skio, Stanley Black Decker. So maybe in every main market we have very good partners here, even in Russia. We also have a lot of customers here. Даже в России у них много покупателей. Они работают с такими фирмами, как Metabo и Makita, а также другими. И у них, в принципе, есть представительство по всему миру. Почти в каждой отрасли. Это действительно очень качественная продукция. Я думаю, здесь она сами названия говорят за себя. Сегодня в ходе встречи мы побывали на территории особой экономической зоны Технополис Москва, посмотрели на уже существующие предприятия, посмотрели на свободные площади, поговорили о перспективах развития самой зоны. Вот хотелось бы поподробнее узнать мнение, насколько это место подходит для развития бизнеса. Today we visited the special economic zones. We visited our building construction site. So, what do you think about the perspectives of building your company here, in this zone? We are also planning to do something overseas. I think this is also one direction, a very important direction. Maybe later come back with talk this option with my team, my president. Да, у них входит это в планы, и, возможно, позже они приедут снова, чтобы обсудить это уже с директором. Ну вот, наверное, один из основных вопросов. Мы также посетили ПКТБ Совалмаш,
здания. И Даниэль, как человек, относящийся к именно производству на мощнейших заводах Китая, как он может оценить то, что увидел, пока ты бывал на? So, what do you think about the construction site, the construction of the building, as a person who connected with the production of different devices? What do you think about our building? It looks very professional. You use a lot of space. You use every possibility in this space, in this building. It's very different from what a China factory looks like. Professional building, I think. No, your factory is big too, and 600,000 square meter. This is not small. But it's what's interesting is looking is you have in one floor, yeah, all production. Да, у нашей компании большой, у нашего здания большой потенциал. Оно выглядит очень профессионально и даже, ну, достойно по сравнению с фабриками в Китае. А, Виктор, вы упомянули созданную компанию ранее для взаимодействия. Вот есть ли какие-то планы, о которых мы можем рассказать, которые вот уже, скажем так, на рубеже этого года? Ну, то, что уже поднималось, мы создали компанию именно для производства ручного инструмента. И сейчас подготавливается именно производство оснастки для этого инструмента, потому что только для УШМ-ки сейчас будет создано 4 пластиковых детали, которые должны быть отлиты, точнее, это формы созданы. И планировалось, конечно, уже запустить, но задержка не только с нашей стороны, потому что мы ждем готовых форм, то есть 3D-модели, которые должны поступить к нам, чтобы мы могли открыть оснастку. Это требует уже окончательной работы. Работы мы здесь уже увидели, что они сделаны. Мы получили 3D-модели и можем уже начать создание оснастки. Сами детали для открытия оснастки моторов ротора и статора уже были получены, то есть это уже запущено в работу. Поэтому надежда все-таки, что к концу этого года это нам удастся хотя бы первую установочную партию запустить. А дальше пойдет работа по торцовочным пилам. Но на первом плане стоит именно УШМ-ка. Ну вот для некоторых наших зрителей, да, немножечко раскрыть тему. То есть установочная партия – это именно предсерийный образец, вот то, как будет выглядеть уже серийная партия массовая. Мы должны проверить, изготовить, протестировать и запустить производство. Да, но это установочная партия, в принципе, не то, что многие понимают, что это только проверка, наша проверка, да? Это проверка на клиентах, то есть эта установочная партия поступает клиентам, и мы получаем отзывы, как это работает, как это устойчиво, качество работы, и клиент, и пожелания клиента, что нужно изменить, если что дополнить. Это для этого и сделается установочная партия. То есть некое боевое крещение. Да. Ну вот, я думаю, вы сами все слышали и понимаете, о чем идет речь. Также вот, очень интересно спросить у Даниэля. Мы сегодня провели экскурсию по арендуемым площадям Совалмаш, продемонстрировали, собственно, и двигатели, которые разработаны нами, это и привод, с которым он уже знаком был, для встраиваемый привод для ручного инструмента, и другие вот наши технологии, это безредукторная лифтовая лебедка, и вот все то, что видели. Каково мнение? Может быть, приходилось сталкиваться с аналогами? Today you had a tour around our offices at this building, and you have seen all our technologies, all our developments. So what do you think about them? And have you ever saw things and developments like this before? For the motor technology is quite different from what we have done and seen in China. Mm-hmm. Really good. Appearance of here, I had to see my eyes, the technology, how it looked like. Victor explained to me a lot, but now they really good to see here. Ну, что касается мотопромышленности, изготовления двигателей, это действительно новые технологии, и они отличаются от того, что Даниэль видел до этого. То есть Виктор ему и раньше рассказывал об этих технологиях, но после того, как
Даниэль увидел это все своими глазами, это, конечно, выглядит значительнее. What you think about possibility about build here factory? What speak about? You saw area that can build factory. You saw positivity side from this area, from Technopolis Moscow, because now is point is Western country move left from Russia. His big marketing possibility. What do you think about this? I think it have a great potential to do it like this. Good. Да, у идеи построить здесь фабрику есть большой потенциал. Я на самом деле сам своими глазами видел первый раз, потому что когда ситуация с ковидом началась, я уехал в Китай и все пропустил. То есть для меня это первая экскурсия тоже по строительству. И впечатления, конечно, огромные. Видеть это своими глазами, пройтись, потрогать, не только смотреть видео с тобой своим рассказом. Тут, наверное, справедливо будет сказать, что все-таки вы, Виктор, один из первых людей, кто начинали вообще все это дело. И вы являетесь же, насколько я понимаю, не участником проекта. Вы партнер полноценный, полноправный. И именно благодаря вашим усилиям сегодня, во-первых, состоялась текущая встреча, и в том числе возможность строительства и всего того, чем мы занимаемся, тоже не обошлась без вашего прямого каждодневного участия. Ну да, 2011 года при учреждении АСПП Зеленограда я участвовал, начиная в этом проекте Сколково. Но поэтому можно сказать, с начала этого запуска этого проекта. Поэтому приятно это все видеть, все эти шаги, которые сделаны уже. Ну и, наверное, будет не лишним сказать, что все-таки с вами каждый день на связи, причем действительно каждый день, и огромное количество оборудования и всего того, что необходимо вот компании Solmash, оно приобретается именно благодаря вам. Ну не все, потому что часть приобретается и без. Многое. Многое, да. Да, но это как раз и дает удовлетворение, потому что когда сам участвуешь в этом развитии и чувствуешь неотъемлемой частью себя, этого целого. И тем более, да, мы общаемся не только с тобой, но с Дмитрием Александровичем по несколько раз в день. Потому что касается и новой, открытия нового производства в Китае, поставок самих компонентов сюда, открытие производства здесь. Все это настолько взаимосвязано, что сейчас невозможно это разъединить. Вот, наверное, еще один вопрос к Даниэлю. Насколько большой рынок углошлифовальных машин вот на территории Китая и насколько интересно внедрение подобных технологий именно на китайском рынке? Size of market for angle grinders in China and is it interesting to launch these devices, our development in China? Yeah, I think it's a great potential. For angle grinder is I think the number one quality power tool in the market. I think quantity potential should be over a million pieces a year. Mm-hmm. Great potential. Даниэль говорит, что большой потенциал у этой разработки, можно произвести дальше даже больше миллиона в год. Таких. Очень интересен еще вопрос создания бесколлекторных вообще двигателей в целом, энергоэффективных, вот именно на территории Китая. Насколько это востребовано? То есть не BLDC, которые имеют достаточно широкое распространение, а именно вот асинхронные двигатели. And what about the potential of producing these motors, induction motors, and tools with these motors, induction ones? E4, E3. With great, with higher energy efficiency classes. Yeah, I think this market direction, industrial tools need more energy saving, and give the user, how to say, this new design with a lightweight and you can work in much longer. It's really good for the industrial user. Да, такие устройства очень хороши для промышленного использования, а также для частного использования за счет более легкого веса, более долгой работы и вообще улучшенным характеристикам. Может быть, могу дополнить, потому что
правительство Китая сейчас уделяет большое внимание повышению эффективности энергопотребления. То есть это направление сейчас поднимается, тоже выйти на уровни ИЕ-3 и ИЕ-4. Вот сейчас Китай использует ИЕ-2, в отличие от России пока еще ИЕ-1 стандарт. А Китай будет сейчас поднимать на ИЕ-3 и ИЕ-4. Поэтому ввести технологии, которые позволяют производить дешевле, с экономией материала, и получить класс эффективности выше намного то, что имеется сейчас, это имеет большой потенциал для китайского рынка. Если учесть, что китайский рынок весь электромоторов использует 50% всех моторов Земли. То есть, изменив ситуацию энергоэффективности в одной стране, мы улучшим климатические условия на 50% всего мира. Можно подходить с такой позиции. Ну, я думаю, что наши зрители должны понимать о том, что если мы говорим о таких цифрах и экономике Китая в целом, то внедрение технологии «Славянка» на непосредственно китайском рынке окажет очень серьезный эффект на экономику Российской Федерации в том числе и на развитие технологий. Да, потому что сейчас сотрудничество Китая и России очень усиленно развивается. Многие вспоминают те времена, которые были очень близкие Советского Союза еще, когда сотрудничество было очень тесным, и сейчас это возобновляется. И существует некоторое опасение среди наших зрителей, что технология может быть передана исключительно для китайского рынка, да, и изолирована от российского. Но, на мой взгляд, если я не прав, поправьте, речь скорее идет о взаимовыгодном сотрудничестве. Вот именно то, что Даниэль уже сказал. Есть хорошие возможности производства, но разработки... Любая компания, успешная компания, имеет тесное сотрудничество разработческого направления и внедренческого, то есть производства. Если это разъединено, компания не будет иметь успеха. И это как раз китайская сторона понимает это. Я думаю, что для первого дня максимально исчерпывающую информацию мы передали. Опять же, стоит учитывать, что это всего лишь первый день встреч рабочих, которых прошло уже немало. И, наверное, если будет возможность и желание, мы сможем снять еще видеоролик уже ближе к завершению нашей работы в рамках этой поездки. И, может быть, что-то еще у нас изменится, о чем-то расскажем. Спасибо за внимание. Спасибо вам за участие, за исчерпывающий комментарий. Очень приятно. Спасибо большое. Надеемся на новые встречи скоро в эфире. Всего хорошего.